Народ, привет. Дочка, приехали на мост магнит покидать. Уже раз 5-6 покидал. Пока особо ничего не интересного. О, что-то большое. Тоже магнит, что ли? Магнит. И монета он какая-то гнилая. Арин, мы чей-то магнит выловили. Да. Так, ну вот пока какие находки. Ключи, куски от замков. 5 рублей, 2 рубля. Три пульки такие металлические попались. Ключей полно. Вот, смотрите, чей-то магнит. Вот еще пулька. И 50 копеек. Сгнившая вся. Проедена. Расколотый какой-то. Наверное, его тоже кто-то кидал. Попробуем сегодня посмотреть, что насобираем. О! Утку распугал. Вон какую арматуру на выцепили. И гвоздь. Ох! О, еще и монета даже есть. 10 копеек, по-моему. Да, чирик. Как мы ее повезем? Ее, наверное, не согнуть. Арматурину эту. Арматурину эту, я говорю, ее, наверное, не согнуть. Хотя... О, пойдет. Идет. Надо забрать весь мусор с собой. Ладно, прижит потом сюда. Не, мама завтра приедет. А? Я говорю, послезавтра. Оп. На этой стороне вообще накидались. Сейчас последний раз вытащу. Вот сколько там всяких монет разных, железок. Сейчас все отсюда заброшу. Сразу. А вон магнит сейчас все зацепляем. Он слабенький. Все не зацепить. Дом разберусь. Железный металл. Что-то в мусор. И здоровенный железку кто положил. Не знаю, заберу ее, нет. Как ее отсюда везти. Так. Вытаскиваем. И на ту сторону мы пойдем. Еще там покидаем. Там вот за что-то цепляется. Но потом отцепляется. Оп, все. Не может вытащить. Монет. И все. Рубль. Сейчас с этой стороны покидали, крючок с леской достали, лазерная указка какая-то была, ключей, монет, ельцинская даже где-то 10 рублей попалась, 93-й год, какая-то батарейка или что-то типа этого, как обычно, в общем. Сейчас все вытаскиваю, да домой пойдем, уже вечереет, ужинать пора. Часик, наверное, покидали, может, даже поменьше.